Люстрация по-румынски. Президент Траян Бисеску против премьера Виктора Понту. Кто из них шпион? Кто молчит и почему? Подробнее Кирилл Евсеев. Градус предвыборной президентской гонки в Румынии достиг высшего предела. До заветной даты совсем немного. 3 недели. И это громкое заявление может изменить весь ход голосования. Президент Румынии уверен, премьер Виктор Понта в 97-м стал сотрудником службы внешней разведки Румынии. Тогда он работал под прикрытием. Прокурорским. Якобы именно благодаря спецслужбам Понта быстро поднялся по карьерной лестнице. Пока никаких доказательств, но обещает показать их по первому требованию. К слову, именно БССКУ, как президент, назначает начальников 2 разведывательных служб Румынии. Сам Понта, согласно соцопросам, фаворит президентских выборов. Обвинение назвал ложью. Говорит, даже если бы и был офицером спецслужб, то должен это отрицать. И БССКУ прекрасно об этом знает. По мнению премьера, президент продвигает своего кандидата, экс-министра туризма. Елена Удри. Война компроматов. Кто шпион, а кто нет, давно превратилась в инструмент политического шантажа в Румынии. Все дело в местном законе о люстрации. Он запрещает на 10 лет заниматься политикой всем, кто работал в спецслужбах. А это значит, Понта может выбыть из гонки. Вопрос лишь в том, есть ли у БССКУ реальные доказательства. Или, может, договорятся? Тогда при чем здесь люстрация? Кирилл Евсеев, Андрей Кузнецов, Центральное Европейское бюро, телеканала «Интер».